Добрый вечер. Очередная партия на разбор с сервера Fox. Партия между FineArt и Кирже. Партия на двух камнях форы. Ну и вообще, партии с сервера Fox будут у нас очень длительно идти, я так подозреваю. Потому что мне кажется, им боты выигрывают топовых про на форе. Ну или просто без форы, как Долбаран тот же, как Дипзенго тот же. Ну, топ-партия мне понравилась. Почему я решил забрать? Она очень короткая, всего лишь 77, по-моему, ходов. 72 даже. И, как я всегда говорил, проблема программ, она на самом-то деле кроется в счете. То есть раньше всегда все считали, что программы будут слабы в позиционном анализе, в понимании позиции, в понимании там, большого, маленького хода. Ну, там, по борьбе, в частности. Вот, и все думали, что в локальных вариантах, то есть в счетных, там, где нужно тупо пересчитать все варианты, программы будут, наоборот, очень сильно играть. Вот. Но, как показала практика, тот же четвертый матч с AlphaGo с Lucidol'ем, программы начинают иногда тупить, когда что-то идет по плану, и, соответственно, просчитываются они. Вот. Недавно об этом много говорил одном из предыдущих разборов. Вот. И данная партия тоже является таким вот примером того, что программы действительно слабы именно в таком вот тесном контактном счете. И мне кажется, единственный способ их выиграть, это вот именно пересчитать, перебрать в голове все варианты и надеяться, что программа какой-то вариант в голове не переберет. Мне кажется, если играть мирно, то программа уже обыграть просто-напросто невозможно никоим образом. Естественно, FineArt играет, разумеется, белыми. Я занял Хаси. Вон, два какари и два раза белый стал ход добавлять. Вновь ход добавил. И на самом деле ничего плохого с черным, разумеется, бы не было. Если бы было так же сыграно кеймой. То есть у белого везде не доиграно. То есть можно ткнуться в А, белый вытянется в Б, потом зажать в С. То же самое снизу всегда можно сделать, в, неважно, куда-то сюда. Вот, то есть ничего плохого во всем этом нет. У черного будет крепкий угол, у белого будет не совсем понятная форма, непонятная группа. Вот. Но вместо этого Ке не выдержал, он увидел оппонента Хаси, понял, что известный час настал, пора вторгаться. Это как у быка перед лицом помахать красным бельем, красной тряпкой. То же самое, видимо, Хаси для Кежи. Видит Хаси, сразу вторгается. Вот, но в этот раз он, конечно, не сразу. Продержался несколько ходов. Вот, но все же не выдержал. Вторгся. Вот, и после этого даймер карри на нижний левый угол. Черный прилип. Вот, и дальше я ждал классического варианта. С таким вот Касуми. Вот. Очень популярно на HSEC было одно время. Да и в целом даже сейчас оно очень популярно. Часто оно играется. Ну и по итогу у белого снизу более-менее хорошая форма. Слева очень широкое пространство. Ну и черт, соответственно, в углу полностью живой. Соответственно, у белого неплохая позиция, все нормально. Дальше можно, например, скользнуть в угол. Если черный ответит, то у белого снизу вообще идеальная позиция. Вот. Конечно, черный тут может начать борьбу, но там в А зажать. Но белый тогда выпрыгнет в Б, и борьба начнется, ничего плохого в принципе быть не должно. Ну или вообще тут не трогать, как-то там, не знаю, ну здесь прям доиграть, там, расширить свою зону слева. Это было бы нормальное развитие. Вот, в партии было тоже сыграно Касуми, но оно было сыграно вторую линию. Я подумал, что ого, ничего себе, новинка. Думал, какой необычный ход. Вот, но оказалось, что просто я недостаточно опытный. И на самом деле ход игрался, и не раз. Есть такие варианты, есть такие джесеки. Вот, но в этой партии для себя я узнал достаточно много нового, увидев этот ход. Разобрал несколько вариантов, посмотрел. Вот, и действительно ход существует, и он неплохо работает. Ну, выбора у черного особо нет, нужно защищать форму от разрезания. Дальше белый продолжает строить
левую сторону и при этом атаковать форму черного в углу. Вот в целом все выглядит, конечно, очень и очень интересно. Вот, но началась локальная борьба, и неожиданно Файнарт умрет этой группы снизу. Он пытается здесь играть очень активно, пытается атаковать черного самостоятельно. Уж черка в углу тоже не до конца живой. Вот, и возникает у них Самиай. Угу, все такое более-менее форсированное. Черный, разумеется, должен защищаться. Вот, и дальше белый решил удлиниться в данную точку. Вот, ну, по-хорошему, как показала практика, видимо, единственный способ это было сидение данного камня. Дальше черный, разумеется, прорывается. Ну, белый прямо наносит атаку здесь. Тем самым, не сказать, что все прям так уж плохо. То есть всегда можно будет вытянуться в А, как соединились с Б. Слева, конечно, да, становится слабее, потому что форма у черного стала крепче. Но, как показала практика, это, наверное, был единственный вариант. Ты смотришь не так уж плохо. А тут, соответственно, белый удлинился. Черный обязан тут соединяться. Тем самым белый снизу локально неживой становится. Ну и при этом видно, что мешок у черного снизу справа тоже очень большой. Белый наращивает глаз максимальным образом. Ну, соответственно, если бы он сыграл висячим соединением, то тут тоже жизни особо нету. Тут очень мало степней. И, по сути, у белых тут проблемы. Так что было сыграно с Агари. Тем не менее, форма все равно локально мертвая. Даже после этого хода. Вот. И Кеже тут сыграл абсолютно грамотно, достаточно простую, на самом деле, последовательность. Не сказать, что это прям вау, какой уровень. Тем не менее, это было как бы верно. И просто-напросто без шансов. Все это такое весьма форсированное получается. И белый просто-напросто умирает. Здесь он начнет сокращать степени. Можно прям вкинуть. И видно, что черные успевают убить белого. Ну и у белого, соответственно, гигантские проблемы, потому что вся нижняя сторона, например, троллем черного. У белого слева это все еще не очки, там все еще можно поселиться, тормоз и отнять. Вот, соответственно, начал здесь он резать, но я думаю, Кеже в этот момент подумал, а? Что? Он как там делал в группе новость, где все эмоции Лисидоля на самые неожиданные ходы от Альфа-Ко были собраны. Вот, и когда она начала тупить, Лисидоль открыл рот и такой, а? Что происходит? Вот, и Кеже, мне кажется, в этот момент тоже не понял, в чем шутка. Соответственно, начал бот тянуть лесенку, которая, очевидно, не работает. И после этого он сдался. То есть снизу он все еще мертвый. 4 раза поставил камень в неработающую лесенку. И, в общем, бот сходит с ума, когда его винрейт падает слишком значительно. Вот, ну хорошо, что он тут сдался, на самом деле. Перестал позориться. Вот, но тем не менее, факт остается фактом. Очень забавная ситуация. Вот, но сверплеил бот. Плохо посчитал вариант. Кеже просто-напросто красавчик. Этот вариант, видимо, посчитал. И поэтому программу смог переиграть. Вот, и получается, тем самым в очередной раз моя теория подтверждается, что слабость программа, она не в позиционном анализе, а именно вот в локальных вариантах. И человеку нечего ловить именно в позиционном анализе, нужно это признать. Программы понимают игру Go лучше, чем мы, но считают они все еще хуже, как ни крути. Вот, на этом все. Такая короткая партия, естественно, такой вот короткий разбор. Спасибо за внимание.